Всем привет! Сегодня будет влог. Я знаю, что большинству нравится видео про гимнастику или что-то связанное с гимнастикой. Я решила снять влог, потому что у меня на этот день главная задача — это сходить на гимнастику. У нас сейчас сняли ограничения, сейчас могут ходить все. Я постараюсь вам снимать максимально все. Все остальные неважные дела я буду рассказывать по ходу. Сейчас я пойду заплетаться. Будь здорова, мам! Ну все, погнали. Получится переход? Наверное, нет. Ну ладно, на монтаже посмотрю. Итак, у меня тренировка начинается в 9. Я примерно выхожу без 15:08, потому что я иду пешком через две остановки, а потом уже как бы сажусь и еду. Ну, короче говоря, вернусь я к вам примерно через минут 20-15, потому что я уже буду выходить. Дима, смотрите, какой тут туманчик. Не очень-то и холодно, в принципе. Я немножечко уже опаздываю, поэтому постараюсь идти быстрее. А то такими темпами, не дай бог, я опоздаю. Здравствуйте. Кто тут есть? Моих тут никого нету. Я вообще туда приехала. Мы сейчас ждем всех, а пришла одна только Аня. Да, Аня. Ну вот наш зал. Вот там ковры, там мы кладем вещи. У тебя водка на спине, чего? Читай. А, вот. Это не твоя вещь? Нет. Все равно. Еще две девочки подошли. Вау, а что у тебя с рукой? Забыла? Там рыбка нарисована. А, точно, это же этот, Толик. Толя. Еще одна девочка пришла. Опять! Ивенты с Элли, давай. Давай. Ножки крути. Да, давай, снимай шею. Опа, контемпорами. Как-то. Дистанцию убери, уйди. Двигай ковер, давай, двигай, двигай. Ну, ну, двигай. А куда? А в какую сторону двигаем? Какое? Короче, кати. Эль, давай, ты же киборг-убийца. Киборг-убийца. Давай быстрее. Она тупо ходит, посмотри. Она не раскатывает ковры, понимаете? Она не раскатывает ковры. Посмотри. Ну вы, короче, это, подтягивайте ковер, а я силой мыслей буду, окей? Давайте. Ладно, я не буду силой мыслей. Хотя бы одной ручкой. Чё расселись? Чё расселись? Чё расселись? Эль, танцуй. Ты что, меня снимаешь? Ну я пошел тогда. Вначале тебя не изменилось. Привет. Аня. Аня во влоге. Аня, помоги мне. Я знаменитость. Да. Ну все, кисулечки, пока. Вот эта девочка едет на машине 666. До свидания. Свобода, свобода, свобода. Мы занимались 3,5 часа. Вот. И идем на остановочку. Мне еще, наверное, нужно дать их книгу в библиотеку. Как так можно сломать замок? Он был сломан. А почему до этого оно не ломалось? Она бракованная была. А, интересно, интересно. Где замок? Сейчас я уже буду обедать. О, сейчас я начну делать обложку для вот этого видео.
получилась обложка, пока что она мне нравится. На самом деле, я в фотошопе начала работать недавно. Вообще, у меня никак не получалось вообще с фотошопом, потому что я сначала скачала его на общий компьютер. Он там так сильно лагал, что я по часа три, два с половиной ждала, пока вот это все загрузится, а сидеть на моем компьютере, я как бы еще и другую версию скачала. И здесь работает все мгновенно, мне так все нравится. Камера стоит? Стоит. Можно проветрить мозги, там, не знаю, поиграть в компик чуть-чуть, домонтировать дальше видос. Вот. Поцарапалась. Это просто были танцы, ТикТок. На самом деле, мне просто нечего делать пока что. Я очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Если это так, то ставьте лайк. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Чтобы не пропускать новые видосики, нажимайте на колокольчик. Также подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочки на которые будут в описании. Вот и все, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.